Всем привет! Добро пожаловать в рубрику мини-распаковочки. И сегодня у нас посылка от собрата по хобби. Из Санкт-Петербурга. Не подумайте, это не массажер нам приехал. Сейчас я вам все покажу. Такая модель уже была у нас в проекте. Это немножечко уже модернизировано и не так, как это делал я. Поэтому мне интересно посмотреть и заодно рассказать вам, какие хитрости применил здесь хозяин этой модели. Так. Я думаю, вы его узнали. Немного видоизменен. Так, колесико это от аппаратуры, наверное. Да. Так, болтик на месте. Так, ладно, потом закрутим. Даже батареечки оставил. Красавчик. Так, смотрим, значит, что у нас здесь. А здесь у нас модель фирмы МЗ. И посмотрите, какие у него хода. Подвеска здесь стоковая, немного видоизмененная. Вот, немного. Значит, здесь стоит уже двуступенчатая коробка передач. И вы будете шокированы, как она переключается. Не с аппаратуры, она переключается. Вот с этого рычажка. Включается тоже здесь на таком, как сказать, на бочонке, как сказать, импровизированном бочонке. Вот. И если вы хотите немного сравнить, то у меня осталось... моя кабина. И посмотрите, как можно, покрасив кабину, уже придать совсем другой внешний вид. Так, воздуховод можно будет перенести, воздухозапорник можно будет перенести туда, на ту модель. Вот. Ну и посмотрим, какие-то мы все равно тоже сделаем изменения на нем. Вот. Значит, что у нас по модели. Модель вся покрашена, в принципе, такой цвет зеленый хаки. Вот что по шасси у нас стоит. Значит, у нас здесь двухступенчатая коробка передач. Вот дальше электроника убрана вся в бокс, на этом потом посмотрим. Металлические карданы, рулевая тяга заменена. Вот кардан только задний остался стоковый. Вот. Ну, подвесочка примерно таким стилем сделана, как я делал. Кстати, болтик почти потерялся. Вот. Но я не знаю, я подумаю. У меня же был проект на него, в котором я печатал подвеску как ВПЛ, только помассивнее, потому что здесь немножко все элементы покрупнее выполнены. У модели сделан свет. Ну, такая немножко тюнингованная модель. Вот, конечно, хочется посмотреть, как она на ходу. Но здесь надо будет заменить регулятор оборотов. Так, и вот смотрите, как переключается коробка передач. Чик, 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 чик. Повышенная, пониженная. Вот. Аккумулятора у нас, к сожалению, нет. Но я в ближайшие дни перепаяю. Наверное, бокс вот этот я уберу отсюда. А сюда уже сделаю под XT60. У меня были маленькие аккумчики. Вот. И уже потом мы затестим и посмотрим, что и как. Вот. В принципе, подвеска уже лучше, чем на стоковом работает.
Ну, посмотрим. Надо будет еще изменить что-то. Не надо. Что мы доработаем с ним? Ну, определенно я заменю на нем резину. Диски сделаю копийные ураловские. Возможно, разборные вот эти поставлю сюда. Ну и поедем с вами на тест. И, скорее всего, придет время, пора нам собрать нашу шишигу еще. Она с времен переделки УАЗика из игрушки в модель стоит без мостов, потому что туда забрал. Потом пришли на нее металлические мосты, так что в ближайшее время сделаем видос по маленьким машинкам 16 масштаба, там VPL, MZ, JJRC, вот в этом направлении. Вот, посмотрим, что и как. В снежок сошел, в принципе, можно уже и на маленьких покатать. А так, конечно, зима, время больших машин. Но по весне сейчас маленькие лужицы где-то, такое уже можно найти, с чем эта модель справится. Кстати, смотрите, кто думает еще, выпиливать или не выпиливать, выпиливать еще стек окошки. Вот, тут не выпилено, на моей модели оно выпилено. Так что посмотрите, кому как больше нравится. Если кому-то нужна кабина Урала, пишите. Она лежит у меня все равно без дела. Единственное, что, наверное, открутил бы от него фары я. Куда-нибудь годятся. А кабина, если кому нужна, пишите, отдам. Ну все, с этой моделью на сегодня закончим. Впереди вас ждет испытание. Посмотреть, как работает двухступка на этой модели. Вот, потому что на МЗ изначально был одноступенчатая коробка, но с мотором тоже, там 380-м мотором. Вот, а здесь плюс еще двухступенчатая коробка. Посмотрим, как поедет. Вот, и в ближайшее время сделаем легкий тюнинг в виде колес. Сначала испытаем на этой резине, хотя я уже ездил на ней, а потом поставим более зубастую. Ну все, всем спасибо за просмотр. Вот такая вот мини-распаковочка. До новых встреч, пока!